Здравствуйте. А это моя семья. Это моя ближайшая подруга Таня. Это ее муж Володя. И это главный мужчина в их семье. Его зовут Игорь. Я, между прочим, еще и крестная мама. Привет, Игорюшка. Я не буду сейчас мучить ни маму, ни папу. Хочется с тобой поговорить. Ты знаешь, в газетах пишут, что с тех пор, как ты появился на свет, мама стала меньше ездить на гастроли. Все внимание тебе. Это правда? Да. Таня, скажи, какие таланты в сыне проснулись за последнее время? Сейчас увидишь, крестная. Подарок для крестной. Спасибо тебе огромное. Это ты сам? Да, это я сам. А скажи, пожалуйста, вот эти вот бусинки, бисер такой красивый, блестящий, это, наверное, с маминого концертного платья срезал? Нет, у себя взял на кухне такие штучки, у Наташи там все нитки валяются, он там эти штучки. Молодец, какой же ты талантливый у нас. Покажи, где шкатулочка. А покажи нам еще, что ты нарисовал. Динозавры, называются они орнитозухи. Это динозавр тиранодон. Он хищник. Тиранодон. Дети умнее в любом случае, чем мы. Да. Повторите, мама. Я не могу такие слова повторить. А это паразавролов. Папа. Это мама паразавролиха. А, это мама, но не твоя мама. Моя. А, это новый рекламный плакат, Таня. С этим можно собрать в Австралии. А это я. А это ты. Я динозавр. Знаешь, по-моему, ты вырастешь большим художником. Какие ты песни любишь? Кулера Старгуев. Угу. Отлично. Скажи, а напеть можешь? Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется и сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня. Браво! Браво! Я благодарю уникальную семью Овсиенко Дубовицкого, настоящий мужчина и настоящий глава Владимир Дубовицкий. И самая нежная жена в мире, лучшая мама Таня Овсиенко. И как лучшая мама, она споет, наверное, свою самую лучшую песню, которая посвятит удивительным, настоящим мужчинам своей семьи. Сумеешь не бояться ты высоты.
сложно и сложна, но улыбается она. Что будет?